Итак, всем привет! Я очень рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня я буду продолжать знакомить вас со своими секретами по уходу за кожей лица. Сегодня я бы хотела рассказать вам про одну из новых марок, которые появились в моем уходе совсем недавно, о которых я слышала уже давно, но приобрести смогла их только во время своей недавней поездки про Америку. Если вы вдруг не видели видео про мою экскурсию по Sephora американской, обязательно посмотрите, ссылочка вот здесь вот наверху. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас еще очень-очень много интересного. Марка, о которой бы мне сегодня хотелось вам рассказать, называется Оли Хендриксон. Это профессиональная марка по уходу за кожей лица. О ней я услышала достаточно давно в блоге моей любимой Лизы Элдридж. Она использовала несколько средств из линейки данной марки в своем собственном уходе за кожей лица. Еще тогда я отметила для себя данную марку, но попробовать, к сожалению, я смогла ее только сейчас, во время своего недавнего визита в Америке, потому что на территории России данная марка, к сожалению, совершенно не представлена. Марка действительно потрясающая. Я взяла для себя набор из 4 мини-продуктов для того, чтобы понять и познакомиться с несколькими продуктами данной марки. Покупать что-то одно или два продукта мне показалось не совсем корректно, потому что я еще не знала данную марку, то есть я, вернее, знала, я еще не пробовала данную марку и не понимала, насколько данная марка подойдет мне и какие из продуктов мне выбрать, поэтому я взяла набор, один из рождественских наборов, которые предлагала американская Sephora для своих покупательниц, и сейчас я вам расскажу о тех 4 продуктах, которые в этот набор вошли. Итак, самый большой по объему продукт в данном наборе, это было вот такое вот очищение, это вот такая вот водичка, очищающая от марки Оли Хендриксон. Водичка называется African Red Tea Foaming Cleanser. Это вот такая вот пенка для очищения. Она в объеме 45 мл. Вот такая вот бутылочка с носиком-дозатором. В инструкции написано, что 3 нажатий достаточно для того, чтобы на вашей ладони оказалось необходимый объем средства для единоразового очищения вашего лица и шеи. Данное средство мне очень-очень понравилось. У него, во-первых, совершенно потрясающий запах. Запах какой-то такой очень свежий, очень бодрящий. Я с удовольствием пользуюсь им по утрам. Данное средство также мне понравилось тем, что оно из линейки Anti-Age, оно с антиоксидантами и оно восстанавливающее, оно с функцией Revitalizing. То есть оно очень-очень мягко очищает мою кожу лица. И сейчас, если я понимаю, что я вдруг немножечко перестаралась с какими-то своими сыворотками, либо с эксфолиацией, и на утро мне нужно кожу моего лица очистить очень-очень мягко, то я прибегаю к помощи вот этой вот пенки. Она очень-очень классно очищает, мягко, совершенно вот gentle, не нарушая ни в коем случае ни гидролипидного баланса вашей кожи, ни в коем случае не раздражая, не оставляя после себя ощущения стянутости, но при этом очень эффективно. У меня действительно после использования данной пенки ощущение, что мое лицо очень чистое, и более того, действительно возникает ощущение, что мое лицо заряжено энергией. И вот как я вам рассказывала про маску для лица My Sleeping Pack от Poyot, которая вот как будто заряжает вашу кожу энергией. Так вот, когда я начала использовать данную пенку для лица, я вспомнила свои ощущения от маски My Sleeping Pack от Poyot. Ощущения где-то примерно схожие. Вы действительно чувствуете, что ваша кожа прям вот просыпается, она заряжается энергией, и плюс еще запах, как я вам уже сказала, такая вот получается двойное действие, и ароматерапия, и такой вот витаминный коктейль для вашей кожи. Обязательно постараюсь найти полноразмерное средство, если вдруг вот у меня кто-то из друзей поедет в Соединенные Штаты, либо я в ближайшее время туда еще раз полечу, то вот без подобного полноразмерного средства я оттуда точно не вернусь, я это знаю. Еще один продукт, второй продукт от марки Оли Хендриксон, который я попробовала, это вот такой вот, в данном случае это малыш в объеме 15 мл, потому что это мини-продукт. Это Truth Serum Collagen Booster.
Это еще одно средство, которое, на мой взгляд, очень классно работает вот с предыдущим очищением. Это сыворотка с витамином С и коллагеном. Она такого вот, я не знаю, насколько здесь видно, оранжевого цвета. Она тоже очень-очень приятно пахнет, очень неплохо заряжает энергией, и ее я периодически использую в дневном своем ритуале ухода за кожей лица, когда я после очищения и тонизирования тонким слоем наношу вот эту сыворотку на все лицо, с шею и декольте, даю ей 2-3 минутки впитаться, и потом уже наношу свой дневной увлажняющий крем. Сыворотка мне очень-очень нравится, мне нравится, как она впитывается в кожу, мне нравится, что она не оставляет никакой липкости, никакого блеска, она очень-очень тоненькая, очень классно. Вот такой вот идеальной сывороткой является, которую, в принципе, можно в промежутке между тоником и вашим базовым увлажняющим средством наслоить несколько штук, одну за другой, в зависимости от потребностей вашей кожи. Вот мне данная сыворотка тоже очень-очень понравилось. У меня сейчас два, собственно, средства с витамином С. Это пудровый концентрат витамина С от Dr. Seba, да, Pure Vitamin C Powder Cream, о котором я вам не раз рассказывала. И вот эта вот маленькая сыворотка, соответственно, я их периодически чередую. И если я убираю для себя с утра умывание от Одли Хендриксон, то, как правило, я после умывания и тонизирования стараюсь использовать сыворотку от марки Одли Хендриксон. Если я умываюсь с утра умыванием от марки Skin Island, о котором я вам рассказывала, Glycel Face Wash, то тогда я использую, соответственно, пудровый концентрат витамина С от марки Dr. Seba. Вот такие вот у меня интересные утренние манипуляции. Еще одно средство от марки Оли Хендриксон. Вот я, к сожалению, возила его с собой, оно у меня упало, и у меня отбилась немножечко крышечка, поэтому оно, извините, такое вот не очень пристойном таком виде. Оно мне очень-очень понравилось. Это также миниатюрка, это объем 7 мл. Это у нас Invigorating Night Treatment. Это такой вот специальный ночной. Это не концентрат, это такой гель с кислотами на самом деле. Это средство, которое на ночь вы наносите после тонизирования вашей кожи тонким слоем на все лицо. В принципе, можно данное средство оставить впитаться и поверх него ничего не наносить, либо можно через 5-10 минут после нанесения данного тритмента на ваше лицо нанести тоненьким слоем какой-нибудь увлажняющий крем, увлажняющий гель или увлажняющий лосьон. Как я уже сказала, это средство X-Fix, это средство с очень неплохой комбинацией различных кислот, которые убирают омертвевшие клеточки, убирают закупорку пор, борются с первыми морщинками. В принципе, они заботятся об обновлении вашей кожи, только если в формате маски. Там кислоты более концентрированы, да, и действует это все более точечно и единовременно в течение там 5-10 минут, то в формате ночного такого вот лечения, ночного ухода, ночной сыворотки, даже можно так ее назвать, это, соответственно, чуть меньшая концентрация элементов активных, так как данное средство будет оставаться на вашей коже в течение всей ночи и работать в течение всей ночи, и оно при этом не вызовет никакого раздражения, не вызовет пересушенности. Я, в принципе, все вот эти вот продукты миниатюры от Оли Хендриксон, я их стараюсь меньше использовать вот в домашнем своем постоянном уходе, и я их все-таки стараюсь больше использовать в каких-то своих поездках, куда мне не очень удобно брать полноразмерные продукты, полноразмерные средства. Я не очень люблю переливать одно средство в какую-то баночку от другого средства и так далее, вот вообще устраивать всю эту путаницу, так как у меня достаточно большое количество средств, которые я тестирую, которые я пробую, они, как правило, в миниатюрах, то для своих каких-то поездок от нескольких дней до недели я стараюсь брать вот такие вот миниатюры, и последние две поездки я брала с собой миниатюры от марки Оли Хендриксон, и они меня очень-очень радовали. И последняя, четвертая миниатюра от марки Оли Хендриксон, о которой бы мне хотелось вам рассказать, это вот такая вот. Это тоже в объеме 7 мл, это Sheer Transformation. Это крем дневной, увлажняющий. Данный крем вы можете использовать как по утрам, так и по вечерам. Это достаточно жиренький, такой плотненький, увлажняющий крем. Как я уже сказала, основная функция данного крема — это увлажнение. В его состав входят антиоксиданты, он заботится о сохранении молодости вашей кожи. И это как раз то самое отличное завершение ухода за кожей лица от марки Оли Хендриксон. У нас с вами получается очищение,
Дальше, если мы говорим про уход за кожей лица в дневное время, это у нас сыворотка, коллаген-бустер. Дальше мы можем использовать крем Sheer Transformation. А если мы говорим про уход за нашей кожей в ночное время, то это, соответственно, у нас Invigorating Night Treatment. И потом, опять же, мы используем поверх Sheer Transformation, если он нам нужен, если мы понимаем, что вот эта вот сыворотка может нам чуть кожу подсушить, и нам этого не нужно, тогда поверх нее мы используем еще и увлажняющий крем. Если она работает и никакой сухости у вас не вызывает, то, собственно, поверх нее можно ничего не наносить и оставить так, как есть. Я постаралась вам достаточно коротко рассказать о своем знакомстве с потрясающей маркой Оли Хендриксон. Марка мне очень понравилась. Подобному знакомству я безумно-безумно рада, и как бьюти-блогер, и как просто девушка, заботящаяся о молодости и пытающаяся сохранить молодость своей кожи как можно дольше. Поэтому я с удовольствием продолжу мое знакомство с данной маркой. Как только у меня появится подобная возможность, я уже знаю, какие из тех продуктов, которые я попробовала, я куплю в полноразмерном объеме. Это, конечно же, будет вот это вот отличное умывание от марки Оли Хендриксон, African Red Tea Foaming Cleanser. Его я точно приобрету в полноразмерном объеме, и, возможно, я также приобрету сыворотку с витамином С, которая мне тоже очень и очень понравилась. Итак, надеюсь, данное видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Если у вас возникли какие-то вопросы, смело пишите и задавайте мне их в комментариях. Я с удовольствием на все на них отвечу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то скорее подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Будьте, пожалуйста, красивыми, будьте, пожалуйста, ухоженными. Не забывайте заботиться о своей коже и своих волосах. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.